Здравствуйте, мои дорогие подписчики, гости канала. Зовут меня Женя. Вы на моем канале «Счастье в нас самих». И сегодня, как и каждый день, давайте же посмотрим, что же, по мнению Таро, важно знать вам на завтра. На что обратить внимание. Ну и, конечно, скорее всего, нам покажет, как же будет вырисовываться ваш день. Перемены. Вы знаете, вы уже почувствуете запах перемен завтра. Будете планировать что-то действительно для изменений. А для тех, кто уже спланирован, эти изменения и начнут уже происходить. И еще эта карта говорит о неограниченных возможностях и о поездке. Некоторые из вас, может быть, завтра уже будут планировать какую-то поездку, отпуск, например, поездку, но это не к родным, близким, больше это поездка для удовольствия. Некоторые из вас уже завтра поедут или в ближайшее время вот уже предвкушают, что уже начнется долгожданный отпуск и придет долгожданная поездка, а некоторые из вас будут ее планировать. Ну а также я хочу сказать, что вы готовы к кардинальным переменам, можно сказать, во всех сферах жизни, во всем том, что вас интересует, ведь каждого из вас интересует что-то свое. Если вы готовы к переменам в личной жизни, они уже у вас на пороге. Если вы хотите перемен в работе, карьере или в бизнесе, это тоже на пороге с неограниченными возможностями. Ну и также для здоровья. Но тут важен ваш настрой, очень важен ваш настрой. Смотрим же дальше. Вы знаете, день вселенской помощи, я хочу сказать, это уже второй старший аркан, и это императрица, это был мир, а это императрица. И вот если уже рассматривать эти две карты, идут перемены, идет улучшение, идет достижение, идет расцвет. И вы уже по этим двум картам к этому готовы. Все, что будет происходить в этот день, будет еще больше или приближать эти перемены, или вы уже начнете их ощущать, и тем самым у вас увеличится уверенность в себе, и у вас будут результаты. Вы уже готовы к результатам. И помните, если хотите что-то попросить завтра, просите у Вселенной, потому что Вселенная будет за вами следить очень-очень близко. И всегда Вселенная придет вам на помощь. И в другие дни тоже. Но когда выпадает больше одного старшего аркана, я всегда говорю: смотрите, Вселенная рядом, попросите, и вы получите. Ну и еще одна карта, давайте посмотрим. Я хочу сказать, что все ваши достижения, все ваши, вот то, что будет происходить завтра, это вот как может проиграться в одном из вариантов эта карта, это все благодаря вашим прошлым действиям, вашим прошлым, можно сказать, заслугам. Вы только завтра, например, только, можно сказать, завтра в полной мере ощутите результат ваших трудов. Вы начнете, вы даже не полностью ощутите, потому что мы рассматриваем в пределах одного дня. Ну и хочу сказать, что может появиться кто-то из прошлого. Это мужчина, мужчина старше 40, мужчина с русым цветом волос, а может быть он и седой, потому что мужчина старше 40, но больше вижу русый отлив, темные глаза, мужчина волевой, мужчина рисковатый. Для некоторых из вас это может быть кто-то из бывших мужей, возлюбленных, друзей.
но не друзей, потому что для девочек это, скорее всего, не друг, а именно мужчина, с которым были определенные отношения. Появится и будет искать вашей аудиенции, будет, захочет с вами говорить о переменах. Для всех остальных, опять же, я скажу, что это не родственник, это мужчина, с которым на какое-то время не было общения, он появится и тоже вот захочет обсудить с вами какие-то перемены, какие-то вопросы.